Здравствуйте, вас приветствует интернет-магазин «Четыре точки», эксперт в области шин и колесных дисков. Я Андрей Назаров и мой коллега Владимир Вавилов. Сегодня расскажем вам о коммерческой всесезонной шине Yokohama Y354. Данная модель предназначена для коммерческого транспорта и различных фургонов. Она обладает симметричным рисунком, благодаря которому удалось достичь оптимального сцепления с дорожным покрытием. Благодаря усиленному строению каркаса эта шина отлично справляется с повышенной нагрузкой, а адаптивный состав резиновой смеси позволяет использовать эту шину всесезонно. Но при этом сразу оговоримся, что всесезонно это подразумевается нижний минимальный предел зимних температур до минус 5 градусов по Цельсию. Производителям удалось достичь оптимального профиля, благодаря чему шина получила хорошее сцепление с дорожным покрытием и может нести долгое время нагрузку, что позволяет коммерческому транспорту перевозить больше груза. Два широких продольных канала эффективно отводят воду из пятна контакта, снижая риск аквапланирования. Ламели в блоках протектора образуют дополнительные кромки сцепления, что помогает шине легче тормозить, а также иметь хорошую тягу как на сухих, так и на зимних покрытиях. Зигзагообразная линия соединения блоков в центральной части протектора обеспечивает шине более высокие тяговые свойства, что позволяет ее эффективно использовать на грунтовых дорогах и пересеченной местности. Широкие плечевые блоки очень эффективно работают на виражах и помогают вашему фургону преодолевать воздействие поперечных сил. Также стоит отметить не очень высокую стоимость, что делает эту шину одной из самых привлекательных в своем сегменте. Шина Yokohama SuperVan 354 предназначена для коммерческого транспорта и благодаря своим техническим характеристикам поможет вашему фургону или микроавтобусу перевозить грузы на длительное расстояние с хорошим комфортом и с минимальным износом. И не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, чтобы быть в курсе последних новостей шинной отрасли.